Стрит-арт-фестываль «Легенды Мазыра» протягивается. Чарговый жилый дом упрыгожит яркий мурал от Глеба Каштанова. Вуличный мастак покинул значный след у нескольких белорусских городах. Дошла чарга и до Полесья. Велизарная кветка и космичные мотивы. Новый мурал зусім хутка з'явится на фасаде жилого дома по улице Интернациональной Мазыры. Вообще в монументальной живописи, в муралах, я стараюсь привязываться к локации. В Мазыре, вот в предыдущем мурале была привязка к легенде городской основания Мазыря. В этот раз в основе композиции специфический мазырский цветок сон-трава. И здесь присутствует персонаж с предыдущего мурала. Она как бы держит этот цветок, и он уносит ее в страну сновидений. Создание этого рисунка – это один из ключевых этапов фестиваля «Легенды Мазыра», который мы придумали и разработали вместе с стрит-арт-сообществом Urban Muse «Городские легенды». Вот он продолжается. Это, пожалуй, самый важный ответственный этап. Все-таки многоэтажное здание, жилой дом, и здесь задействована подъемная техника. Это четвертый по счету рисунок. Мы будем продолжать. У нас есть еще эскизы, которые мы хотим нарисовать в городе для того, чтобы подарить его мазырянам для радости, для позитива. Фестиваль вулічнага мастацтва знайшоў водгук у адміністрацыі района. Мазыране таксама не застаюцца ў баку. Агульнымі намаганнямі змаглі арандаваць пад'ёмнік. І дзякуючы кампаніі па вытворчасці фарбаў і аэразоляў, мастак мае магчымасць увасабляць яркія ідэі. У арганізатараў праекта «Легенды Мазыра» вялікія планы. Яны спадзяюцца, што разам можна рэалізаваць самыя смелыя задумкі, а іх у энтузіястаў сапраўды шмат.